Вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем Call of Duty. Первое, по-моему, так. Нажмите, чтобы начать задание. 6 июня 44, 5 утра. Наши ребята должны быть уже на побережье. Энглис Санмар Ванса. Давай, давай, бежим, бежим. Думаете, миномет не разбомбит здесь, отца? Ладно, еще как разбомбить. У миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Ну, так пойдемте сразу нападем. Че стоим-то? У нас гости! Тигры идут с востока! Тигры! Сзади! Тигров зоопарк! Получилось? Нет, не получилось, ладно. Ты тут по кому стреляешь? Или это не ты? Мартин со мной в центре. Остальные постарайтесь кушать. Да стой. Так, что надо? Защитить церковь. Тихо, 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 тихо. Я хоть правильно защищал. Патроны не перевожу. Просто так. Давай, задача выполнена, погнали. Но не расслабляйтесь. Льюис Франклин, удерживайте церковь. Кто там еще есть? Со мной. Так. Ой, мне нужны аптечки. Нужны, нужны, нужны. Так. Давай, пошли за тобой. Вперед за мечтою. Дайте мне патронов поболее. Ложись! Зачем? Ты кого-то боишься? Не стреляй, да. Блин, я только что отсюда. Вы уроды. Что-то же техника такая была. На. Ого-го-го.
Что-то стреляющее по воздуху, да? А также по людям, по земле. Перестраиваемся. А ты перестроишь сейчас. Куда? Куда тебе надо? Так и должно быть, наверное. По игре. Найти и уничтожить пулеметчика. А где я должен найти? Как я должен туда попасть? Так, точно не посюда, да? Или вот посюда я должен обойти. Я так понимаю. И уничтожить. Ладно. Тихо. Не очень. Ни хрена себе. Вот тебе и спасибочки. Я растерялся, даже не знаю, что мне делать. Вроде наши занимали этот танк, потом начали по мне огонь, потом он взорвался. Ладно, кто бы там ни был, ну кто по мне стрелял, его взорвали. Так и должно быть. Так, найти минометчиков, да, значит? Так, передвижение по домам. О, уже хорошо. Так, а мы были, да, здесь? Ползём. Есть. А вот сейчас людей навешаем. Так, это наш. Чуть башки не лечится. На. Ладно. Кто тут еще остался? Так. Я вас сучар всех на чистую воду вывез. Остался один. Минутку. Падла.
Где? Где машина? Ага, вы за мной машину прислали? Как мило с вашей стороны. Забирайся в машину. Да, подождите. Твою ж мать, с этой стороны, с той стороны. Хорошо, капитан. Допустим, мы вернемся в батальон на этой передвижной мусорке. И что я им скажу? Это лично майору Шепарду. Скажи ему, что группа Бейкера удерживает город, но не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, сержант? Да, сэр. Разумеется. А мимо врагов мы проедем во французской консервной банке. Нарисовать на ней мишень, по-моему, в этом нет необходимости, сержант. Так что, если у тебя нет идеи получше или работающей рации, действуй. Удачи тебе. Ну и ну, ребята, я уж и не верил, что мы справимся. Да ты это что не верил? Особенно, если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль, рядовой. Заткнись и займись делом. Давай. Все войны гражданские, потому что все люди братья. Ну, правильно, с одной стороны.